И поехали. С вами Юра, Хакер ТВ. И сегодня я расскажу вам, как починить контрольную точку по два пункта. Ой, три пункта, да. Первый пункт. Мы, ну вы, вот, смотрите, заходим мы в контрольную точку. И появляется вот такая вот ошибка. Что с ней, ребята, делать? Я объясняю. Первый пункт. Зайти в службы. Зайти в службы, зайти в компанию службы. И сейчас вы подумайте, ребят. А ну, весь соль был. А, ребят, и еще, ребята, вам говорю, скажу, ребята, маленькую проблему, которую вы не поймете. Никогда не гоняйте ее из контрольную точку. Ну, я потом расскажу, потом проблему. Она потом... Так, все, вы ее запустили. А сейчас у вас опять начнутся танцы с бубнами. Вот. Это, ребят, самое, ребят, самое веселое. Вас просто выписать. Вперед. Все. Вы решили эту проблему, да? Ну, конечно, вы решили эту проблему. Пункт второй. Слушай внимательно, как его решить. Вы решили и думаете, вы думали опять. Это ошибка. Ну, что она опять тут делает? Ну, сейчас объясню. Вперед, она может появиться, ребята, из-за включения турбо. Но у вас есть маленькая проблема, что турбо отключено. У меня турбо отключено. Ну, а почему не работает? Потому что на ваш компьютер попал бомбардировщик. Эта программа называется такой. Не бомбардировщик, а там по-другому его, а кристаллизатор его зовут. Он попадает на компьютеры и любит эти... Он просто зашел на ваш компьютер и спокойненько удалил этот файл, который отвечал за контрольную точку. Как ее починить, ребята? Слушаем пункт третий. Пункт третий. Запустить программу, которую я вам оставлю ссылку в описаниях. Запустить. Потом компьютер останется только перезагрузить. И контрольная точка у вас обратно включится. Просто эта программка назад через три починит ту службу, которая была поломана вирусом, который попался, который залез на ваш компьютер и сломал вам его. Здесь мы находим опять эту копирование стенского тома. Вот, вот стенский том, ребят. Вот эта вот служба, она у вас пропадет полностью отсюда. Все. Вы опять запускаете ее в копирование. Запустить. Опа-на. Видели ошибку опять? А эта ошибка, ребят, означает, что вот эта программка не запущена. Да. Опять. А запущено. Не понял. А, ну да, еще раз, когда вы перезапустили компьютер, у вас эта служба не запустится. А? Можно ее перезапустить только за тем условием, когда вы перезапустите вот эту службу обратно. Все. С вами был Юра Хакер ТВ. Подписывайтесь, кто на мой канал. И ставьте мне лайки и комментируйте. Все, всем до свидания, всем пока. С вами был Юра Хакер. Всем пока.